я думаю, вдалеке, чтобы было тоже видно, как стоят по направлению к ТИСу все эти прекрасные машины. Пробка по трассе – это удивительное явление по дороге из Одессы в Николаев. Это единственная дорога, по которой можно ехать в Южный. Эту дорогу нам теперь добивают машины, которые едут на ТИС. Часть трассы Одесса-Южный уже уничтожена полностью тоже машинами, которые ездят на ТИС, на Бариваш и на Дельта-Вилмар. Там ее просто уже нет. И теперь та дорога, которая еще существует в природе, она тоже будет скоро уничтожена, потому что кто-то свой груз таким образом принимает. Вот мы едем по хорошей дороге, по которой уже невозможно нормально двигаться. Просто невозможно. Мы едем по встречке, впереди грузовик, на обочине и прямо посередине правой части проезжей стоят машины. Огромные машины, колонна тянется на больше, чем на километр. Мы начали позже снимать, сзади, там дальше еще есть очень длинный путь, прискорбный, мы просто сейчас тащимся за этим грузовиком, потому что он нас защищает, скажем так, от всего. И за нами вереница машин. Ощущения, конечно, очень драговые, особенно когда ты не молодой и неопытный водитель. Он поворачивает направо. Слава Богу. Это надо тоже видеть. Вот посмотрите на этот, на эту красоту нереальную. Это вот все. Родина и зовется. Сейчас по северу. В общем.